В этом году подразделения Главного управления МЧС в Донецкой области выполняли свои задачи эффективно и качественно. Но я хочу подчеркнуть, это мое глубокое убеждение, и оно основывается и на опыте, и на неоднократном участии в чрезвычайных ситуациях, что Главное управление никогда бы не достигло серьезных успехов в выполнении задач по предназначению, не будь конструктивного взаимодействия на всех уровнях.